Преступления экономические и должностные. Воспоминания петрозаводского парня, побывавшего в чеченском плену. Тернии звезды известного театрального режиссера. Этими материалами заняла свои полосы новая еженедельная республиканская газета «Наблюдатель», которая сегодня увидела свет и первых читателей. Почему ваша газета называется «Наблюдатель»? Значит ли это, что вы решили наблюдать, но никуда не вмешиваться? Ну, такого в жизни никогда не может быть, потому что, чтобы не вмешиваться, не нужно жить в этой стране. Наблюдатель означает только желание максимально объективно, спокойно и взвешенно оценивать те факты, события, которые у нас происходят в жизни. Судя по первому номеру, ваша газета обещает быть скандальной. Или это только первый номер такой? Честно говоря, я не могу согласиться с вами, потому что у нас нет никаких выводов, оценок, тем более резких в этом номере. А если она по внешнему оформлению кажется таковой, значит, мы добились своей цели.